Огромный привет всем тем, кто меня смотрит. Сегодня решила записать видео про уход за бровями и показать вам, как я крашу брови в домашних условиях. Я сегодня буду красить брови краской RoColor. Она обновленная какая-то, в какой-то новой красной упаковочке. Я взяла оттенок черный, хотя в принципе мне нельзя сказать, что подходит именно черный. Я очень часто миксую и смешиваю черную с коричневой, но сегодня решила не миксовать, а все-таки сделать черную. Просто я не буду выдерживать полностью, как тут написано, 15-25 минут. Наверное, 15 это потолок. Ну, давайте приступим. Я вам начну показывать с того, что я просто обезжирю брови, возьму 2 ватных диска и мицеллярную водичку Garnier. Вот прошло уже 12 минут, я смотрю, что краска конкретно въелась уже в кожу, поскольку она свеженькая, поэтому буду начинать ее стирать прямо сейчас. Для этого я взяла и опять нанесла на ватный диск мицеллярную воду от Garnier. Ну вот я стерла краску с бровей, вы можете оценить результат до и после. Я надеюсь, этот выпуск был для вас полезным. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх. А мы с вами встретимся в следующих выпусках. До скорой встречи. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписались. А также переходите и смотрите другие мои выпуски про уход за бровями, волосами, лицом и телом.